В эфире Его Величество Бокс. Нокаутирующий удар русского тяжеловеса Дениса Лебедева поставил точку в уходящем году. 17 декабря в столице прошло последнее в сезоне крупное боксерское шоу. Все время про Лебедева говорят, что ему подставляет кого-то там, еще что-то. И он провел действительно такой бой, он провел такой нокаут, он сделал серьезную себе сейчас на сегодняшний момент репутацию, то, что он боксер. Проигрывая, он может ударить, и это очень важно. И на сегодняшний момент, вот перед Новым годом, он сделал нам всем подарок. Полный состав руководителей Федерации профессионального бокса России собрался 8 декабря на боях в столичном Крокус-Сити-Холле. Это было последнее крупное боксерское шоу в Москве в уходящем году. По традиции, главный бой вечера предвосхищал выход бойцов андеркарта. Среди них и знакомые уже столичному зрителю Григорий Дрозд, Олег Лисеев, Эдуард Тройновский и другие. Не обошлось без заезжих звезд Роя Джонса и знаменитого исполнителя хип-хопа американца Баста Раймса. Но все же именно бои были главным событием вечера. Я думаю, начало было хорошее, такой необычный, такой нокаут по туловищу. Вот сейчас будем смотреть дальше. Я думаю, что сегодняшний бокс понравится. Несмотря на понедельник, народ на шоу все же пришел, хотя зал не был заполнен до конца. Пространство вокруг ринга оккупировали представители бизнеса и культурной элиты. Атмосфера напоминала местный вариант американского Лас-Вегаса. Однако внимание столичного бомонда было сфокусировано именно на ринге, где российские боксеры дрались за пояса. Можно говорить о том, что начинают зарождаться у нас в стране шоу боксерские классные международного уровня. Такие настоящие, качественные. И это означает, что развивается, конечно, среда. То есть это для бокса очень серьезный такой рывок. Главный бой вечера получился на славу благодаря эффектному нокауту, в который Денис Лебедев, защищавший титул чемпиона мира в крузервейте, отправил своего соперника Сильгада. На этом очередной вечер бокса в столице завершился, и мы с нетерпением ждем новых встреч с боксерами в будущем сезоне. Я пришел с сыном увидеть красивый бокс и надеюсь, что в следующем году будет еще таких боев намного больше. Я уверен, что в следующем году будет боев больше, и мы с папой придем на все бои. Илья Рябцев – писатель и историк бокса. К тому же блестящий комментатор. Именно он прокомментирует итоги боксерского 2012 года. Итак, первый раунд в красном углу. Итак, Илья, позади еще один боксерский год. Какое событие вы бы назвали главным в уходящем боксерском сезоне? Ну, как ни странно, главное событие, как мне кажется, носит не вполне спортивный характер. Это 20-летие Федерации профессионального бокса России. И, соответственно, уверен, что этот день можно считать 20-летием профессионального бокса в России вообще. И все же, если говорить о событиях, происходящих именно в квадрате ринга, какие бы вы отметили? Ну, я бы отметил сразу несколько событий. Во-первых, одно негативное, начнем с негативного момента. Это, на мой взгляд, печальное и не совсем справедливое лишение Дмитрия Пирога титула чемпиона мира WBO, что, конечно же, очень неприятный факт, особенно учитывая тот момент, что Дмитрий Пирог, как мне кажется, выдающийся боксер и с потенциалом мегазвезды профессионального бокса. Приятное событие – это появление очень яркого чемпиона мира Хабиба Аллахвердиева, который в этом все три боя, которые он провел в этом году, провел ярко, убедительно. И что самое главное, рос от боя к бою. Можно надеяться, что он будет прогрессировать и в будущем. И, как мне кажется, не может не радовать то обстоятельство, что мы, пожалуй, наконец получили выдающегося боксерского тренера. Это Константин Дзю. У многих был определенный скепсис в прошлом году. Я помню, когда он начал работать с Денисом Лебедевым. И вот в этом году Костя Дзю показал себя во всей красе. И, пожалуй, он разрушает тот стереотип, согласно которому хороший боксер редко становится хорошим тренером. В прошлом году на ринг выходили и Александр Поветкин, и Денис Лебедев, и Дмитрий Пирог. Довольны ли вы общим фоном их выступлений? Мне кажется, что общий уровень выступлений наших бойцов вырос. Но поскольку большинство
кроме Дмитрия Пирога, вышеназванных боксеров, которые вы упомянули, относятся к команде Хренова, поэтому понятно, что они работают с Константином Дзю. То есть мы говорим о том, что Костя Дзю очень сильно вырос и какие-то новые черты привил своим бойцам, и они выглядят уже более уверенно. Но я бы хотел отметить еще одного боксера, который впечатлил меня в этом году. Это, конечно, Руслан Проводников. Очень эффектно выглядел, выступая в Соединенных Штатах. Не зря он работал много в спаррингах с Мэнни Пакьяо. Очевидно, вот, что работа с таким великим бойцом добавила в стиле и в мастерстве Руслану. И я полагаю, что в самое ближайшее время мы вправе ожидать от Руслана Проводникова, что он станет, во всяком случае, будет претендовать на пояс, на титул чемпиона мира среди профессионалов. Имя почетного президента АИБА Никифорова Денисова увековечил турнир, стартовавший недавно в Димитровграде. Кубок России по боксу. Наш эксклюзив. Сразу же после сюжета продолжаем подводить итоги боксерского года с Ильей Рябцевым в нашем «Красном углу». Думаю, что бои, которые сегодня начались в первой программе, я думаю, они удивили, наверное, всех, не только болельщиков, но и специалистов самого бокса, потому что то, что показывали ребята на ринге, то есть, как бы, это довольно-таки серьезный бокс уже начинается. Более 160 участников собрал в Димитровграде Кубок России имени Никифорова Денисова. Турнир прошел в середине декабря, и на нем выступили представители всех регионов страны. Молодые боксеры 95-96 годов рождения получили возможность заявить о себе на федеральном уровне, ведь статус турнира говорит сам за себя. Только одна задача у тренеров и у ребят – показать хороший класс, попасть уже непосредственно в сборную и идти к своей намеченной цели. На открытие соревнований прибыли звезды местного олимпийского ринга разных лет, а также представители политического бомонда региона. Несмотря на небольшое количество жителей, Димитровград гордится своей спортивной историей и по праву считается одним из боксерских центров огромной России. Димитровград – звезда на спортивной карте России. И особенно надо отметить, что звезда в спортивных единоборствах. Здесь рождаются таланты, здесь хранятся таланты, здесь школа олимпийского резерва по боксу. И мы очень внимательно относимся к таким турнирам. Кубок России имени Никифорова Денисова по боксу стал в Димитровграде настоящим праздником. В этом городе с давними боксерскими традициями проведение подобного мероприятия очень символично и почетно. Администрация города рассчитывает, что шкала интереса к спорту и к боксу в частности после окончания соревнований здесь поползет резко вверх. Я благодарен Федерации бокса России за то, что они дали уже второй в этом году юношеский, ну, молодежный турнир Ульяновской области. Действительно, Ульяновская область – это, ну, родина спортивных талантов и именно боксерских. Уже первые бои турнира показали, что легкой прогулки здесь не будет. Все поединки были не только весьма зрелищны, но и упорные. Специалисты отметили, что давно не наблюдали такой самоотдачи боксеров, плотности боев и приблизительного равенства сил и мастерства. Турнир очень хороший, сильный, приехали лучшие бойцы страны. Сама атмосфера замечательная, бои проходят тяжелые, но хорошие. Успешное выступление молодых мастеров ринга на Кубке России гарантирует им попадание в состав юниорской сборной страны. Не случайно главный тренер команды Олег Меньшиков внимательно следил за ходом всех поединков. Ну а опыт, приобретенный здесь, поистине бесценен, особенно в условиях яростной борьбы за главный трофей турнира. Ну, турнир очень хороший, на мой взгляд. Я думаю, все-таки как-никак Кубок страны. Со всех городов съехали сюда, со всей России. И турнир получился очень серьезный и сильный. И как бы, ну, соревнования мне очень нравятся. И смотря даже вот на тех, кто более высокий уровень, и как бы учишься тоже, приобретаешь какой-никакой опыт. Кубок России – своеобразное торжество для боксеров Димитровграда, ведь он собрал здесь вместе и заставил вспомнить о звездах местного бокса, чемпионах мира Алексея Лёзина и Сергея Казакова, абсолютном чемпионе СССР, финалисте чемпионата мира, участнике Олимпийских игр Евгении Судакове, заслуженном тренере Советского Союза Альфреде Гришине. Кроме того, Евгений Судаков руководил оргкомитетом турнира, который не случайно носит имя Никифорова Денисова. Никифоров Денисов
Это легендарная личность, которая, помимо того, что он был президентом АИБа, он признан почетным президентом АИБа. Плюс, помимо этого, он сделал очень много для развития спорта, вообще не только бокса, вообще для развития спорта. Приятно, что борьба за трофей проходит в Димитровграде. И Кубок России имени Никифорова Денисова всегда будет ассоциироваться с этим поистине боксерским городом. Городом, в котором по-прежнему растут мастера ринга. Я сам из Димитровграда. Занимаюсь боксом и хочу в будущем стать таким же, как и все боксеры другие. В номинации «Лучший промоутер» традиционно побеждает Владимир Хренов, но мы не можем не отметить и других, так сказать, промоутеров. Все-таки география проведения боксерских турниров профессиональных в России довольно широка. Я думаю, что есть имена, в частности, например, Сергей Степкин, который тоже может быть номинирован на звание промоутера года, учитывая его рвение, его старания, так сказать, в проведении турниров, например, в Подольске, в Климовске, вот в зоне, в этом золотом треугольнике подмосковного бокса. Да, вы правы, я совершенно согласен с вами и очень тепло отношусь к Сереже. Считаю, что именно на таких людях держится бокс. Он, я бы так назвал, полевой промоутер. Это люди, вот, которые создают почву, сказать грубее, мясо бокса. Вот на таких людях, на той среде, которую они формируют, и держится профессиональный бокс. Чем будет больше таких людей, как Сережа Степкин, тем быстрее наш бокс даст то количество чемпиона, то количество реального выхода из этой почвы, на которое может рассчитывать такая великая боксерская держава, как Россия. Самый ожидаемый бой следующего года – это, безусловно, бой между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко. Я знаю, что вы страстный поклонник таланта Саши, его умений в ринге, его духовитости. А каким вам видится прогноз на этот бой? Ну, вы знаете, все, как говорится, движется, все развивается, поэтому и карьера боксера – это такой динамический процесс, поэтому все здесь неоднозначно. И лично я убежден, что пока наивысшей точкой в карьере Александра Поветкина был 2008 год, когда он последовательно победил Криса Бёрда, Ларри Дональда и Эдди Чемберса. То есть тогда он был однозначно готов для чемпионского боя, но, к сожалению, как мы все знаем, он тогда получил травму. А вот потом наступил период некоего простоя, поскольку он дрался с бойцами, несоответствующими уровням поставленных задач. И мастерство его от этого, конечно же, не росло. Но вот сейчас, когда с Сашей стал работать Костя Дзю, и вот даже по тем полутора раундам, которые мы увидели в Сашином исполнении в бою с Хасилом Рахманом, очень приятные и оптимистические черты можно наблюдать в действиях Александра. Он снова стал остр, он снова стал значительно более решителен, повысился драйв, энергетика и решительность. Но, правда, в этом направлении для того, чтобы успешно пытаться противостоять такому великому чемпиону, как Владимир Кличко, нужно еще раз сильно и сильно прибавлять до истечения того вот срока, который должен в феврале месяце истечь, который положен WBA. Итак, позади Олимпийские игры в Лондоне. Что можно сказать о выступлении сборной России и вообще о фоне, об атмосфере проведения игр? Непростой вопрос вы задали. С точки зрения спортивного результата нельзя как бы считать, что выступление сборной России было удовлетворительным. Чемпионом Олимпийских игр стал только один Егор Михонцев, да и то все мы видели, что, как говорится, на тоненького он прошел, там все было, не секрет, такое выражение есть в боксе. Все было заряжено, все было подготовлено к тому, чтобы не дать Егору Михонцеву медаль, но все-таки он сумел в последнем раунде вырвать победу буквально на зубах, и честь ему и хвала за это. Но я тут как бы нужно перейти к другому вопросу. Последние 5-6 олимпийских турниров проходят под знаком колоссальных судейских скандалов. И, как мне кажется, это не случайно.
Не случайно, потому что вот вместе с тем кризисом, который начался в любительском, или, как сейчас говорят, олимпийском боксе в конце 80-х годов, вообще судейство – вещь субъективная, они всегда были субъективные решения в любительском и олимпийском боксе. Но то, что происходит последние 5-6 олимпиад, это просто за пределами здравого смысла. Недаром бокс очень серьезно потерял, я имею в виду олимпийский бокс, в популярности, в зрительском интересе, а стал быть, в деньгах, поскольку интерес телевидения – это основные деньги за последние вот 15-20 лет. Каков выход из кризиса, на ваш взгляд, который, в общем-то, поглотил олимпийский бокс? Ну, я уже вскользь говорил об этом. Об этом говорили очень многие ветераны нашего бокса, тренеры, функционеры. Выход только в одном. Вернуться к той точке, вернуться к той развилке, с которого некогда олимпийский бокс стал уходить. Это, прежде всего, снять шлемы. Причем, я убежден, снимать шлемы нужно не только в соревнованиях мужчин, но даже и у юношей, и у юниоров. Потому что навык формируется и закрепляется уже в эти годы. Далее, конечно же, нужно полностью отказаться от так называемых этих забаловских перчаток, от перчаток, которые сокращают импульсы, начальные импульсы удара в 6 раз. Пропадает риск, пропадает необходимость в филигранной защите и в нанесении качественного и правильного удара. То есть вся система бокса рушится вот из-за этого. Во-вторых, я уже говорил, я бы вернулся к практике, советской практике 30-40-х годов. Вот майки, мне кажется, это ни к чему. Атлеты в великолепной форме, они... Как смотрится профессиональный бокс? Намного смотрибельнее это все. Вот и так должно быть и в любительском боксе. Одним словом, кое-что добавить от профессионального бокса, но в принципе вернуться, я бы сказал, к точке вот 60-х годов. И тогда все будет, мне кажется, нормально, и бокс снова будет транслироваться телевидением и посещаться большим количеством зрителей. Пришло время сюжета о новогоднем подарке Сергея Степкина землякам. Продолжаем рассказ о ставших знаменитыми турнирах в Подольске. Финальный раунд в «Красном углу» через несколько минут. Подводим итоги боксерского сезона с Ильей Рябцевым. Андрей Пулькин с самого детства любит бокс, хорошо знает его историю и самих боксеров. Преодолеть тысячи километров для него, для того, чтобы посмотреть хорошие бои вживую, не проблема. И колесит бизнесмен из Мурманска по планете Земля в поисках новых впечатлений. Совсем недавно Андрей был в Лос-Анджелесе и наблюдал за тренировками Пакьяо в зале Роуча. Ну а теперь он в подмосковном Подольске, ради того, чтобы последить за ходом поединка Дмитрия Сухоцкого, с которым хочет связать свою судьбу боксерского менеджера. Мне, если честно, кажется, что Россия потихоньку накрывает Америку. Единственное, чего бы я пожелал России, это российскому телевидению. Не отставать от американского и быть флагманом, таким неким локомотивом, который будет вести наш бокс вперед. Чтобы быть в тонусе и в курсе всех событий, надо обязательно ходить на бои, общаться со звездами бокса. Сегодня здесь, в Подольске, чемпион мира Андрей Курнявко, олимпийские чемпионы Лебзяк и Поветкин. Конечно, и бои посмотреть, и пообщаться с друзьями. Вот интересный бой буду, хочу посмотреть на Дениса Бахтова с Дэнни Уильямсом. Буду болеть за Дениса Бахтова, конечно. Приехал в Подольск из Питера и Дмитрий Кириллов. Наш чемпион мира среди профессионалов по прозвищу «Малыш» будет секундировать гиганта Бахтова в поединке против обидчика Майка Тайсона, британца Дэнни Уильямса. Приятное возвращение к рингу профессиональному. Ощущение адреналина и какой-то энергетики сумасшедшей, которой, наверное, не хватает после завершения карьеры. Сегодня здесь на боях ветеран ринга не только за его пределами. Живой классик Роман Селиверстов в очередной раз измором взял соперника в длительном упорном поединке. И, конечно же, пользуясь случаем, берем у него интервью. Нету возраста у спортсмена. Спортсмен столько лет, насколько он себя чувствует. Возьмите Бернарда Хопкинса, и об этом говорить уже не стоит. Либо Формана, да, вы понимаете. То есть здесь все зависит от, наверное, от желания, образа жизни.
Контрастный душ обрушился на подольского зрителя 8 декабря. Дебютант Магомедов побеждает Сергеева. Варламов точным ударом в солнечное сплетение отправляет на канвас Смирнова. Селиверстов 6 раундов прессингует Яковенко. Затяжной поединок Никонорова против Алиева резко сменяет нокаут в бою Аветисяна и Овсепяна. Суховский деклассирует Боровского. Ну и на закуску длинный 10-раундовый спектакль с падениями представителей королевского веса Бахтова и Вильямса. Главный бой вечера ставит яркую точку не только на этом турнире, но и в уходящем году. Ну а Бахтов примеряет очередной пояс. В любом случае я сделал свою работу, пусть может быть не так идеально, но в любом случае это победа, и я буду идти только лишь дальше и совершенствоваться. Сезон боев в Подольске завершен, так что Сергей Степкин и Подольская бойцовская лига уходят на каникулы и набираются сил для старта в новом году. Мы решили для маленького Подольска сделать большой, огромный праздник. Я думаю, все, кто пришел сегодня, посмотрел, все остались довольны. Вы уже давно общаетесь с первыми лицами Федерации профессионального бокса России. Что можно сказать о коллективе, о составе этой команды, руководителей Федерации профессионального бокса России? Я убежден, что наш профессиональный бокс буквально лично обязан таким людям, как Виктор Петрович Агеев, Анатолий Михайлович Петров и наш знаменитый боксер Юрий Александров. Именно эти три человека своей личной энергией, большими материальными вложениями, очень большими, не все понимают, какого уровня, вдохнули в жизнь, в новый для России вид спорта, и благодаря чему профессиональный бокс сейчас существует, и мы имеем вот ту структуру, ту организацию, которая сейчас есть. Каких изменений мы ждем в работе Федерации профессионального бокса России в связи с приходом такой мощной фигуры, как Андрей Михайлович Рябинский, председатель совета директоров группы компании МИД? Ну, что, собственно, здесь можно сказать? Это можно только приветствовать. И, как мне кажется, это знаковый момент. Это то, чего мы ожидали все в течение 20 лет. Приход крупного бизнеса, по-настоящему крупного бизнеса первого ряда в бокс. Мне кажется, бокс – это вид спорта большой государственной значимости, большого уровня престижа. И поэтому как раз хотелось бы, чтобы и государство не деньгами, а привлечением крупных бизнесменов помогало бы такому виду спорта, как бокс, развиваться и, как говорили в советские времена, славить нашу страну. Бокс именно этим занимается. Анатолий Михайлович Петров, вице-президент Федерации профессионального бокса России, в одном из телеэфиров заявил, что будет создана новая промоторская компания. Как вам кажется, какой характер должна носить ее работа и главные цели и задачи этой организации? Ну, тут, собственно, и говорить особенно нечего. Чем больше будет промоторских компаний в России, тем лучше. До сих пор у нас можно было по пальцам перечесть промоутеров, которые регулярно ведут такую постоянную, перманентную работу с боксерами и устраивают вечера бокса. Буквально на пальцах одной руки их можно было перечислить. Так что можно только приветствовать. Я бы так сказал, что хорошо бы еще 5-7 крупных промоутеров, относительно крупных, пришло бы в этот бизнес, в наш вид спорта, и только Россия выиграла бы от этого. Итак, Илья, впереди 2013 год, никакого конца света не произошло, мы смело смотрим вперед. Что вы ждете, каких событий вы ждете в жизни Федерации профессионального бокса России в будущем сезоне? Я хотел бы, чтобы в российский профессиональный бокс пришли большие деньги, серьезные, те деньги, которых достоин этот вид спорта. Чтобы у нас наконец начала формироваться вот эта вот боксерская среда, которую мы так с таким восхищением наблюдаем на рингах Atlantic City, Лас-Вегаса, какого-нибудь Дортмунда, Лондона. Вот чтобы возникла вот эта вот боксерская среда. И она потихоньку начинает создаваться, но здесь работа еще не початый край. Еще бы я хотел, чтобы великая боксерская держава, каковой, несомненно, является Россия, имела, ну, аппетит, как говорится, приходит во время еды, не 4 действующих одновременно чемпиона мира, а по крайней мере 12-15. И мы имеем для этого потенциал. И, как мне кажется, вот тогда мы скажем, что Россия по-настоящему заняла свое место великой боксерской державы. Так должно быть. И я надеюсь, так будет. Бокс в России не просто спорт, это часть нашей истории.
Это программа о нашем боксе. Бокс от тех, кто знает о нем не понаслышке. Федерация профессионального бокса России. Смотрите «Его Величество Бокс».